Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать в сообществе Первый Лад. Здесь мы становимся гитаристами, которых хочется слушать. И сегодня я врываюсь в новый 2022 год с традиционным, я бы уже сказал, действительно консервативным новогодним выпуском и разбором песни группы AC/DC. Обычно я шучу, что у нас немножко другие новогодние традиции. На 1 января мы не ходим в баню или на 31 декабря. В этом году мы решили пойти в баню. Нас, к сожалению, остановило время на отсутствие или безвременные QR-коды, но неважно. Давайте поговорим про эту песню. Она энергичная, что, естественно, довольно частое явление для такой группы, как AC/DC. Разбирать и играть эту песню одно удовольствие, чего я вам в новом году и желаю. Здесь много всяких штучек интересных и проходов. Первое такое пред-соло я разберу в этом выпуске. Ну и, как всегда, если вы хотите и соло из этой песни, то в комментариях говорите об этом, не стесняйтесь. Таким образом, вдруг я увижу, что это соло никому не нужно, вздохну свободно, не буду его разбирать, шутка. И да, я помню, что я еще торчу соло из картиши. Что ж, друзья, и важная новость, я хочу напомнить, что у нас, как всегда, опять же, традиционно идет новогодняя распродажа, и каждый день вам открываются новые предложения. И уже это происходит несколько дней, поэтому проходите по ссылке в описании, следите каждый следующий день, что там у нас еще новенького. Это действительно отличная возможность прикупить курсы уже в новом году, чтобы начать жизнь как обновленный, очищенный Феникс и начать заниматься на гитаре еще усерднее, еще более интенсивно и стать чемпионом. Еще раз, друзья, ссылка на распродажу по ссылке, а вы не забывайте подписываться на наш канал, ставить колокольчик и, важно, у нас теперь появился Инстаграм, где мы публикуем всякое, вы туда приходите, подписывайтесь, будет классно. Но он тоже в описании будет. А мы пока перейдем к разбору, переходите. Друзья, все у нас в этой песне, в стандартном строе, все хорошо. У нас все в тональности ля мажор, тоже хорошо. Даже я бы сказал ля миксолидийский, но это детали. У нас начинается все с, в общем, классического рок-н-ролльного рифа. Привет, Чак Берри. Привет. Вы играете аккорд ля 5, а потом вы играете третий лад. Но таким образом, то есть вы не и вы играете не сепарированно. Вы его играете, чтобы у вас звучали и четвертая и третья струна на втором ладу. Потом четвертый лад третьим пальцем. И потом опять приходите в аккорд ля 5. Все даунстроком. То есть, ну, вниз. И мы еще там вернемся к этому, когда будем переходить от припева песни к ее куплету. На фоне этого, не побоюсь этого слова, звучит основной риф песни от Малькольма. И на концертах он реально втыкает правой рукой очень круто. Как кто-то шутил, что если вы плохо вели себя в этой жизни, то в следующей вы станете медиатором в руках Малькольма. Янга, ну, Малькольм уже никому не может сделать ни хорошо, ни плохо, но мы, как буддисты, будем считать, что может. Итак, вот он. У вас получается следующие аккорды в нем. Первый аккорд это соль 5. Вот таким вот образом. Там сложно сказать, там то ли звенит первая струна, то ли она не звенит. Поэтому я считаю, вот лично, что играется вот такой вот соль 5 без первой струны. Но, как бы канонично, скорее вот такой вот. Дальше все понятно. Аккорд ре 5, но, то есть, да, без первой струны. Вот он. Соответственно, большим пальцем вы глушите шестую струну, но пятая струна звучит. Собственно, в песнях AC/DC часто встречается такой аккорд ре 5 с басом ля. То есть, с пятой струной. Ну, она добавляет жирка, что уж говорить. В хорошем смысле. Ну и аккорд ля 5, соответственно. Который уже был. Итак, вы играете. То есть вы играете сам вот этот аккорд соль 5. И два раза играете по басу. То есть по шестой струне с палм-мютом. Потом то же самое делаете по ре, только теперь по пятой струне играете. То есть у вас получается, вы играете таким образом два раза. И потом играете вот этот вот ре 5 с басом ля.
мизинцем зажимаете ноту до диез 4 лад 5 струны. И два раза аккорд ля 5. Еще раз сыграю это. Таким образом получается. Вот он риф. А здесь обращайте внимание, что вот вы коротко приподняли руку, сыграли вот этот аккорд и дальше опустили ее в этот, опустили в этот же момент, начали играть бас. Вот он. Чтобы у вас не было никаких свистений и так далее. И здесь таким образом все расположено, что видите, когда я играю соль 5, я очень не боюсь попасть, когда играю бас, в какие-то лишние струны. Пятая струна у меня приглушена этим же пальцем. И то же самое на ре. Ну, попаду я в эту четвертую струну, ничего страшного. То есть, ну, это не моя логика, это логика, собственно, рока. Поэтому там не старайтесь вот так вот аккуратненько метиться в соответствующую струну. Просто играйте в бас. И дальше природа, мать, поможет. Вот. Это играется в инструментальных частях. В куплете играется чуть-чуть помягче здесь. То есть уже ну, менее энергично. Здесь неприменимо слово агрессивно, я считаю. Здесь именно энергично. То есть насколько вы бросаете амплитудно вот эту вот правую руку. Здесь в куплете вы ее бросаете чуть менее амплитудно, поспокойней. И, соответственно, у вас еще что меняется. У вас в конце не два раза аккорд ля 5, а один. Вот, все отличие. Надо сказать еще, что на студийке там явно миллион гитар. Ну, не миллион, там есть дописи. То, что помимо двух гитар. Там явно один из братьев дописал... Вот просто такое вот бросание аккордов. Возможно, там как раз вот этот вылезает аккорд соль 5 с первой струной. Такое очень часто бывает на дабл-треках, по всяких дописях и так далее. В общем, вы можете здесь вот этот аккорд выбирать, как вам больше нравится. Вот, дальше тоже есть выбор. Сыграть аккорд до 5. Ну, в классической версии пауэр-корда. Либо в версии пауэр-корда до, в открытой позиции. То есть вот у вас до мажор. И вы играете вот таким образом, просто подзавалив немножко руку и заглушив четвертую струну. Первая струна у вас не звучит, и шестая тоже не звучит. Первую вы, ну, указательным пальцем, да, заглушаете. И сложнее сделать так, чтобы она звучала. И шестую струну вы заглушаете третьим пальцем. То есть видите разницу? Вот она в закрытой позиции. Вот она разница. Вот, я предпочитаю, думаю, что это в открытой позиции, но можете... Потому что это вообще, в принципе, характерно для AC/DC. Ну, можете, если вам непривычно, играть здесь его. Затем у вас, смотрите, опять аккорд соль 5. То есть вы играете. Потом часто, опять же, то, что играют оба брата, вот такой вот просто перкуссивный удар в заглушенные открытые струны. То есть до, вот этот перкуссивный звук, вообще убираете руку в этот момент. Потом соль, опять перкуссивный звук и до. Потом в концертной версии они ничего туда дальше не вставляют. То есть у вас просто... То есть у вас просто... 3-4. И опять такая штука. То есть не играйте. Видите, эффект совсем другой. В студийной записи еще доигрывается просто некий страминг на аккордах. То есть... Я слышу это вниз, вниз, вверх, вниз. Вот такой вот, вниз, вниз, вверх, вниз. Ну, там вы можете достремливать, как вам, в принципе, угодно. Вот, просто вниз, вниз. То есть там барабаны и бас сваливают, там гитара не несет вот такую вот первостепенную ритмическую функцию. Итак, дальше у вас получается такая же двойка аккордов. Опять же, на студии я слышу там вот эту ноту на первой струне, фа диез, то есть играется соль мажор. На концерте ее не слышу.
Ну, это, наверное, мои проблемы. Ну, как бы, опять же, можете играть здесь Re5, либо Re-мажор, как вам больше нравится. Дальше точно Re5. То есть... То же самое вы доигрываете этот Re. И дальше вот этот... Вот эта штука тоже играется с вариациями. Давайте сначала познакомимся с этим аккордом. Ну, многие его, наверное, знают, так называемый аккорд Хендрикса. Этот аккорд называется Mi7 плюс 9. Вот его аппликатура. Седьмой лад на пятой струне, седьмой лад на третьей струне и шестой лад на четвертой. И мизинцем вы зажимаете еще... восьмой лад на, соответственно, второй струне. То есть у вас получается это септ-аккорд, просто ми-7, еще с нотой плюс 9. То есть что такое 9? Это вторая ступень, повышенная на полтона. Вот она. Это вторая струна. То есть у вас получается ноты как бы большая терция в аккорде и малая терция в аккорде. Поэтому, ну, он звучит так. Вот. Значит, шестая и первая струна не звучат. И вы играете бас, открытую шестую струну. И когда вы играете аккорд... Вы вот этим пальцем поджимаете снизу шестую струну, чтобы она у вас не звучала, то получится. Они не должны, то есть у вас как пианино. Тон-тан-тан, тон-тан-тан. То есть левая рука должна подниматься. И видите, вы играете бас, два аккорда, бас, два аккорда, бас, два аккорда. Есть моменты, когда там так и идет весь так. И потом переходит все на ля опять в припеве. Но играется, и мне больше всего нравится так играть, чаще всего вот таким образом. То есть, три раза бас, два аккорда. Бас, два аккорда, бас, два аккорда. Бас, аккорд, бас, аккорд, бас, вниз, вверх. То есть у вас бас, два аккорда, бас, два аккорда, бас, два аккорда, бас, аккорд, бас, вниз, вверх по аккорду. То есть вы можете прям всем аккордом слайд сделать и прийти в ля, в первую долю. Припев. Смотрите, у вас получается, базовая версия у вас какая? Здесь очень большие такие, то, что называется картошки, да, когда просто вешается аккорд практически на весь такт. То есть вот вы сыграли, начинается все ля. Опять же здесь ля, соль, ре. Все идет... Таким вот образом. Потом вы играете вверх и бас. И переходите на аккорд соль 5. 2, 3. И так по каждому аккорду. То есть на ре вы доиграете это два раза. Опять же, ре здесь у вас на пятой струне бас, нота ля. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Вот. А на альбоме там опять же доигрывается, то есть... Вот этот вот есть второй удар вниз там иногда. В конце припева вы доигрываете просто... Переходите на ля. Раз, два, три, четыре... И потом вот этот опять вы риф играете, который у вас был в вступлении, вы его уже знаете. Ну и как всегда, друзья, наша рубрика «Напиши слово в комментах», и мы будем рады, что вы действительно смотрите наши разборы, а не любуетесь на человека в начале, просто потому что он красив. И обычно это слово как-то завязанное с, собственно, с темой разбора, либо с темой группы и так далее. Здесь у нас все скудоумнее и скудоумнее, поэтому, ну уж извините, пишите в комментарии слово «Шираз», и мы будем рады, особенно тем, кто понимает, о чем речь. Вот такие мы порочные и неприятные люди. Спасибо, друзья. Пишите слово «Шираз» в комментариях. Теперь разберем первое такое, ну, назовем это первым соло. Вот это первый риф. То есть смотрите, что у вас получается. Седьмой лад третьей струны. Восьмой лад второй струны. Потом вы мизинец просто сдвигаете.
и он у вас становится на 7 лад 2 струны. Все остальные струны вокруг у вас заглушены, то есть вот у вас рок-н-ролльная позиция, просто вот обхватываете гриф, все здесь заглушено вот вашими пальцами. Дальше у вас получается. И вот этот вот дабл-стоп вибрируется. Вот. Дальше у вас получается классические дабл-стопы в блюз-роке. 7 лад 2 и 3 струны, 5 лад 2 и 3 струны, 7 лад 4, и в конце у вас играется открытая 5. Ну вот это играется там, сколько-то раз. А дальше вы, собственно, переходите в не менее классическую позицию. От 15 лада тянете здесь до 17 лада. Мизинцем одновременно, не заглушая вторую струну, дая ей продолжать звучать, играете мизинцем на первой струне. И потом прям вот вибрируете обе ноты. То есть у вас получается первая проходка, значит, там вы играете наверху этот бенд, опускаете его, пулов до 13 лада, 14 лада 3 струны, опять 13 лад 2 струны. Потом просто та-да-да-да-да, бэм, вот такой слайд. Потом просто смещаетесь на тон и играете... Вот такую штуку, то есть бенд вверху, вниз и просто, да, 15 слав второй струны. И потом просто у вас такие вот дабл-стопы. И, то есть дабл-стоп и нота, окей. Соответственно, вы начинаете вот с 14 лада 4 струны. То есть вы играете первый раз просто вот эту, а потом уже с четвертоновым бендом прям тянете. Даже я бы сказал, это не четвертон, он приближается к полутоновому бенду. То есть дергайте его в конце. То есть это повторяет ритмическую фигуру здесь. И заканчиваете, ну, вот все на второй и третьей струне. Вот такой вот мини-сон. Что ж, друзья, этим мы заканчиваем разбор вот этого куска. То, что у нас остается в конце, вот эти изящные, оставим вот на вариант, где у нас будет разбор соло, чтобы как-то еще заинтриговать всех трудящихся. Итак, здесь, в общем, ну, есть что поразбирать. Смотрите, какое многообразие и разнообразие. Куча всяких штук для отличных идей. И я считаю, что это прекрасно. На таких песнях как раз стоит задумываться о том, вот как сочинять рифы самому. Вот здесь есть масса идей. Пробуйте, варьируйте и так далее. Что ж, друзья, рад вас всех приветствовать. И прощаться я тоже с вами рад, потому что знаю, что увижусь с вами в новом выпуске. Всем пока. Будем играть на гитаре задорно и весело. Увидимся.